На Ямале нашли останки мамонта. На фрагменты скелета с мягкими тканями наткнулись жители села Сеиха в минувшее воскресенье. Животное обнаружили на берегу озера. Об уникальной находке тут же сообщили ученым. Уже в среду на место отправится экспедиция в составе археологов научного центра изучения Арктики, а также сотрудников окружного музейно-выставочного комплекса имени Шамановского. В перспективе светил науки, конечно же, изъятие скелета, чтобы показать его миру. Задача этой экспедиции будет как раз собрать тот материал, который уже находится на берегу озера, а также нанести на карту точки, где находится сам скелет, потому что в дальнейшем планируется большая экспедиция по изъятию самого скелета из ила, куда погружено было тело мамонта. Ну и также, конечно, с помощью главы поселка Станислава Ванука мы сможем узнать еще о ряде захоронений, о которых на сегодняшний день рассказывают местные жители. Обнаружение останков мамонтовой фауны – нередкое явление на Ямале. Каждый раз сопровождается большим научным интересом, так как помогает приоткрыть завесу тайны об экологии гигантов ледникового периода и причинах их вымирания. Самые известные находки сделаны в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах. Мамонтята Маша и Люба.